Эй, Ингрид, ты случайно не знаешь, где Тор? Я так и думал. Может, заглянуть в мою комнату? Когда еще будет шанс подлатать снаряжение? Хороший станок. Чтобы улучшить. Хороший станок. Чтобы улучшить. Ну, разве... Труд. Прости, всеотец сказал, что я должен отправиться в Нифльхейм с твоим отцом. Я не могу его найти. Ты не знаешь, где он сейчас может быть? Он разве не с дедом? Нет. Кажется, я знаю, где он. Пойдем. Я хотел поговорить с тобой насчет Хеймдаля. Нет, не здесь. Ты права. Потом. Тише. Хельхейме, я сказал, что помогу твоей маме понять, как важно для тебя стать валькирией. Я хотел бы, чтобы ты знала, я не шутил. Ты это сделал? И еще жив? Я не успел, но я поговорю с ней, как только вернусь. Еще успеем вывести ее из себя чуть позже. Спасибо, Локи. Thank you.
С оружием нельзя. Придется его сдать. Почему? Просто сдай. Идем. Сюда. Угу. Давай, иначе тебя не пропустят. Осмотрись, он где-то здесь. Рут, я... Ничего. Эй, Тор. Наверное, я пришел не вовремя. Если надо подождать, я подожду. Спешки нет, но... Так и знала, что ты здесь. Ты зачем пришла? Тебе здесь не место. Ты... Зачем ты ее привел? Что ты делаешь? Отдыхаю. Я сказал, спешки нет? В смысле, нам пора идти, да? А то нас ведь ждет Всеотец. Тихо! Он прав. Вам пора идти. Не надо. И учи отца. Пусть знают, бог грома умеет две вещи. Бить великанов... И хлестать мед! А кто будет не согласен, получит Мьёльниром по роже. Я не могу. Ты сам не свой. Тор. Снаружи ждет Хугин. Прошу, пойдем. Я сказал, тихо, мальчик. Меня зовут... Что? Нет, я... Да бросьте. Нет, нет, честно, это не я. Ну, хватит! Oh!
Они уже мертвы и не могут умереть снова! Ах!
Ты ведь можешь начать все сначала прямо сейчас. Просто опусти. Хватай за руки, утащим его отсюда. О, здорово. Мне жаль, что ты видишь его таким. Ничего, все в порядке, правда. Слушай, я хоть и сильная, но ты тоже помогай. Тут идти всего ничего. Вставай. Труди. Ты отправишься в Нифльхейм с Локи. Все отец велел. Так что вставай. Я знаю, ты расстроена. Расстроена? Нет, 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 нет. Драка вышла знатная. Ты даже не станешь извиняться, да? Подумаешь, опять нарушил слово. Дед над тобой измывался. Тебе трудно, я знаю. Но нельзя же... У тебя есть мы. Мы с мамой всегда за тебя. Даже когда ты здесь. Любим тебя. Ты знаешь. Но я думала, все это в прошлом. Я облажался. Да, облажался. Может, принести тебе воды? Веди уже куда нам надо. Ох, Ингрид, жаль, ты не чувствуешь запах. Нет, нам не сюда. Мы не сокровища.
Здесь Нифльхейм не похож на лабиринт, где я был пару зим назад. Если ты выжил в храме Тюра, то да. Дым у мастерской Ивальди – настоящий яд. Ну, доволен? Я не понимаю, о чем ты. Ладно, но надеюсь, ты понимаешь, каково ей было. Я был пьян, а не слеп. Алка! Эй, а почему мы не можем просто долететь до маски? Думаешь, мне охота тебя столько тащить? А ты силен? Я тебе не вьючная лошадь. Алфа! Продолжаю. Ялфа! Ялфа! Ты пример для труд. Ты это понимаешь? Мне не нужны поучения от тебя. Просто найди фрагмент. Нам надо пройти сквозь эту стену. Сперва можешь? Надо кое-что сделать. Не спеши. Теперь можем идти. Локи, ты все пытаешься. Я даже не знаю, чего ты пытаешься добиться, но... Ты даже не представляешь, через какой дерьмо я прошел. Ну да, полувеликан и сын могущественного бога с невероятно высокими требованиями. И впрямь, откуда мне знать?
Альфа! Даже не думай вставать! Знаешь, я ничего не добиваюсь, просто говорю. Мы не такие уж и разные. Я не ищу себе новых родственников. Опять стена льда. Тор, ты мог бы... Ладно, я только еще добавлю, если тебе не дают быть собой, значит, не дают и самому выбирать свой путь. Это тебе ничего не напоминает? Ялпа! Куда идешь? Да, наша жизнь не правда. Что это меняет? Глупо жаловаться на то, что мы не можем изменить. Почему не можем? Ха!
Галфа! А мы ведь от нее далеко, да? Довольно-таки. Проклятие, древний! Снова это нытье. Указать другому на проблему – это не нытье! Ты, небось, рад, что я тебе так помогаю на этот раз. Не благодари. Этот твой, надо сказать, меч свое дело знает. Повезло, что и она помогает тебе. Снова это нытье. Указать другому на проблему – это не нытье. Ты, небось, рад, что я тебе так помогаю на этот раз. Не благодари. Я вам! Надо сказать, меч свое дело знает. Повезло, что и она помогает тебе. Ялфа! Проклятие, древний! Снова это нытье. Указать другому на проблему – это не нытье. Ты, небось, рад, что я тебе так помогаю на этот раз. Не благодари. Надо сказать, меч свое дело знает. Повезло, что и она помогает тебе. Ялфа!
Вон туда, чуть вперед. Это будет весело. У меня такое чувство, что нам не сюда. И что? Я же сказал, будет весело. Так и было. Ты скажешь им, когда снова увидишь. Я про Сиф и труд. Если всеотец будет доволен, остальное не важно. Слушай, никто не просит тебя решать мои семейные проблемы. Найди маску и уберемся отсюда. Нам наверх. Кажется, я вижу путь. Один проход сейчас будет. Наслаждаешься свободой, пока твой фадер не стоит у тебя над душой. Наверное, да. Это не то, к чему я привык, но мне нравится. Нам надо забраться на эту скалу. Я думаю, это... Не думай! От предвкушения только лучше. Могу посмотреть. Яфа! Слишком просто. Яфа! Я надеюсь, для вас, Сиф и Труд, все сложится хорошо. Знаешь, надеяться лучше, чем думать. Это уже что-то. Thank you.
Ялфа! Здесь. Держу. Чуть не сорвался. Спасибо, Тор. Я не хотел лишь. Локи, ты смог. Мы стоим на пороге величия. Наша с тобой заслуга. Не за что. Извини. Ты здесь зачем? Его отец убил Хеймдаля, Форсетти узнал правду. Взять его. Нет. Я запрещаю его трогать. Ты сказал, что больше не прольется кровь асов. Что семья важнее всего. Это ведь месть за то, что мы держим его здесь. Он поставил под угрозу твою внучку. Из-за него страдает твой сын. Хеймдаля убил не Локи, а его отец. Твоя дочь имеет право на свои ошибки. А твой муж снова запил по собственной воле. Свободно! Вы двое со мной. Ты не видишь, что происходит? Он не защищает нас. Магни, Моди, наши дети... Мы рассказывали им сказки у костра. Ты ведь помнишь? Вырезали лошадок из дерева. Играли, смеялись, пока не зайдет солнце, и они не уснут у нас на коленях. Всеотец швырнул их в своего врага, как хрупкие лезвия в камень. Ради чего? Труд ждет то же самое. Рассорил меня с отцом, с дочкой. Я не понимаю, о чем идет речь. Знаешь, я тут придумал, чему я могу тебя научить. Эй, Йотун. Синдри, не подведи. Синдри, ты знаешь, как спланировать побег. Отрой. Я рад, что ты цел. Едва успел. Но думаю, путь в Асгард мне теперь закрыт. Погоди, а что вы здесь делали? Синдри сказал, где тебя вынесет, если случится беда. А я-то подумал, вы пошли без меня. Нет, просто твой отец забеспокоился. Хотя, раз ты упомянул... Мимир. Брат, пожалуйста. Дома людно и тесно. Ты не скучаешь по тем временам, когда мы путешествовали втроем? Ты оттягиваешь неизбежное. Вот именно! Не самая плохая мысль. Мне хочется показать им маску, но я потерплю.
Эй, я вернулся! Ты вернулся! Я позову Тюра. Если хочешь, посиди с нами за столом. Видишь, я же говорил, что ключ не подведет. Потому что ты стукнул по нему молотком? Ничего не понимаю в магии гномов. Я тоже. Лунда как-то сделала мне нагрудник из собачьего лая. Ты жив? До сих пор не могу. Все в порядке? Да. Надеюсь, эта штука стоила всех усилий. Ты достал ее? Что она тебе показала? Я ею не воспользовался. Они узнали про Хеймдаля, и мне пришлось бежать. Но и Один ею не воспользуется. Но если ты ничего не узнал от маски, выходит, ты просто украл то, чем Один дорожил больше всего. После того, как твой отец убил его самого верного слугу. Нам грозит опасность. Даже здесь. Выбора нет. Найдем Сурта, дунем в Гьялархорн и призовем Одина к ответу. Сейчас же. Ты готова уничтожить всех в Асгарде и зовешь это самозащитой? А он хоть иногда что-то предлагал или только критикует? План очевиден, и вы на него смотрите. Чтобы ее использовать, Один не нужен. Мы можем пробраться в Асгард и вызнать все сами. Можем узнать, как, наконец, помешать этому пророчеству о войне сбыться. Вот только, прошу прощения, в Асгард не попасть. Но дудка-то у них, верно? Ты предлагаешь пробраться в Асгард и дунуть в дуделку, которую слышно во всех мирах? Я хочу, чтобы ты заткнулся уже нахрен! Прошу, просто обдумайте это. Маска. Знание, что она сулит. Я так скажу. Легких путей не бывает. Атрей, ты носил ее. Что думаешь? Может, это шанс. Сможем поторговаться с Одином в худшем случае. В лучшем, если она правда даст нам ответы, мы отыщем свой путь. И никто не умрет. Дивно. Осталось лишь попасть в Асгард. Я знаю, что был для вас обузой. Вы спрашивали себя, зачем было меня вызволять. Я тоже. Но я понял. Вот для чего я вам нужен. Вот моя цель. В последний раз я возьму свое копье и... Я отведу вас в Асгард. Постой-ка! Если ты знаешь дорогу в Асгард, какого же рожна ты все это время молчал? Это обоснованный вопрос, брат. Ты знал, но не сказал. Ты бы поставил нас под удар. А Локи нужно было время, чтобы найти свою судьбу. Вот она. Все вело к этому. Если мы проникнем туда, я пойду за Одином. Я не стану тебе мешать. Мы все успеем. Верно, брат. Если с маской ничего не выйдет, хоть застанем его врасплох. Согласен. Тогда за дело. И скорее, пока он нас не ждет. Сюрпризы он не любит. Нет, погоди-ка, дылда. Я все-таки хочу сначала послушать, что же... Это за лазейка вот такая. Излагай. Это древний путь. Отсюда к нему не выйти. А откуда? Дай мне собрать вещи, я покажу. Да нет у тебя вещей. И куда это ты пошел с маской? Брок! Это маска парня. Он ее заслужил. А у тебя из заслуг только сносная похлебка. Брок, все нормально. Ненормально. Неправильно это. Что-то тут одно с другим вообще не сходится. Скажем, с чего это вдруг он назвал тебя Локи, а? Ты знаешь, его зовут не так. Эй, я с тобой говорю! Когда-нибудь заткнешься! Вот прицепился. Один. Отпусти его и сразись со мной. Скажи брату, чтобы кинул мне маску, тогда отпущу. Стой на месте. Если он умрет... Тише. Я так не задумывал. Но если умрет, за Хеймдаля мы в расчете. Хотя обмен неравноценный. Я тебя убью. Думай об этом. Угу. Так приятно снова тебя видеть. Грея, сюда! А-а-а!
Везде сразу не поспеешь, фрик. Эй, я стою, и ты стой. Не то еще пожалеешь. Я жалею о многом, но твоя смерть меня не опечалит. Отпусти сына! Здесь командую я! Брось мне маску! Живо! Открой! Жаль, сынок. Все-таки быть в войне. Пожалуйста, спаси его. Ты должна. Не вздумай. Не смей. А если вернусь к озеру? Хватит. Я знаю, что ты сделал. Я прощаю. Только перестань. Просто смирись. Брок. Это время? Ну? Что нам теперь делать? Теперь мы убьем Одина и всех, кто встанет на пути. Патрей. Идем. Что? Куда? Это не важно. Ты уходишь? С нас хватит. Ты не можешь взять и уйти, Кратос! Мы должны остановить Одина! Ты нам нужен здесь! Отец! Куда мы идем? Домой.